Тысячи километров пролетают птицы каждый год к местам своих гнездовий. Зовут их родные края, и нет им преград в пути. Это стая малых лебедей. Летят они на самый север, к побережью Ледовитого океана, и там, в тундре, выводят своих детей. Поэтому их еще называют тундровыми лебедями. Птицы сюда прилетают только тогда, когда природа им уже приготовила пищу, иначе они погибли бы от голода. Край этот дикий, холодный и неуютный. Как говорили люди в старину, богом забытая земля. Здесь 10 месяцев белым-бело, трещат морозы, бушуют вьюги. Только с наступлением весны тундра преображается. Малым его называют потому, что он меньше других лебедей, хотя вес его достигает 5-6 килограммов, а размах крыльев бывает до 2 метров. В тундру в это время прилетают около 90 видов и подвидов разных птиц. Чайка велохвостая ждет партнера, собирается вить гнездо. А полярная крачка пролетела 17 тысяч километров из самой Антарктиды. Известны 2 подвида малых лебедей – западный и восточный. Западный зимует в Англии, в Нидерландах, гнездится на севере европейской части СССР. А восточный, о котором мы вам расскажем, зимует в Японии, в Китае, а гнездится на Чукотке и в Якутии. Почему же так много птиц здесь, в этом суровом краю? Почему пускаются они в такой дальний опасный путь, вместо того, чтобы, скажем, остаться на юге или хотя бы в средней полосе? Дело в том, что в тундре в это время пернатые находят обильный стол, а условия 20-часового полярного дня как бы удваивают время кормежки. У маленьких озер селятся плавунчики. Они примечательны тем, что высиживают яйца и выращивают птенцов у них самцы. Самки откладывают яйца сразу в 2-3 гнезда для разных, так сказать, кавалеров, а сами в скором времени собираются в стаи и улетают на юг. Между прочим, и оперение у самки плавунчиков гораздо наряднее, чем у самца. Все иначе, чем у других птиц. А это кладка углозуба сибирского. Его ареал простирается далеко в Заполярье. Каким образом эти существа выживают в таких суровых условиях, пока еще не совсем ясно. Расселение лебединых пар в тундре проходит не всегда гладко и спокойно. От сражения за территорию, за пищу для своего семейства, в конечном итоге за право жить.
победа всегда доставляет радость победителям. Долог полярный день, но все равно необходимо спешить. В тундре нельзя опаздывать. Сразу после прилета лебеди приступают к гнездованию, не проводя свадебных обрядов. Весной и осенью перелеты занимают у лебедей от 150 до 200 дней, и любовные игры и танцы у них происходят на кратких привалах. Но этот долгий и трудный путь свадебным путешествием все-таки, пожалуй, не назовешь. Гнезда свои лебеди вьют на берегу озер. Это и безопаснее, и удобнее. Здесь много пищи, да и стройматериал, так сказать, для гнезда тоже рядом. Это мох и прошлогодняя трава. Внутри все выстилается пухом. Птицы выщипывают его у себя на животе и на груди. Кладка состоит из 3-5 яиц. Каждый весит от 200 до 250 грамм. Птенцов родители высиживают, сменяя друг друга. Лебеди – самые верные супруги. Они выбирают спутника на всю жизнь, а живут более 30 лет. А это поморник. Эта птица при первой возможности выхватывает из гнезда яйцо или отнимает добычу у других птиц. У чаек, например, или у крачек. Молодежь прилетает в тундру позже, и держатся молодые особи все лето стаями, перелетая с места на место. Птиц много, корм в тундре не всегда обилен, и птицы выщипывают растительный покров иной раз дочисто. Лебеди становятся взрослыми с 3-летнего возраста. Евражка взволнован недаром. Оленям всегда не хватает минеральных компонентов. И они съедают подряд все, что попадает под копыта. Живое тоже. Летом в тундре комарьё не дремлет, достается и птицам. Тридцать суток в любую погоду днем и ночью сменяют друг друга лебеди в гнезде, чтобы сотворить чудо и дать жизнь потомству. Thank you.
Здесь часто меняется погода. Недаром на Чукотке говорят, июнь еще не лето, июль уже не лето. Принесло тучи с севера, и пошел снег. А вот выглянуло жаркое солнце, и снег быстро растаял. Этого еще не хватало. Человек, он может и помочь, а может и навредить. Лебеди на гнездовье очень пугливы, но нам повезло. Этого лебедя мы назвали Солнышком. Он умеет за себя постоять и в то же время оказался замечательным актером. Вот оно, чудо природы. За смелость и храбрость мы наградили нашего солнышка издалека видным кольцом. Хотя это было вовсе не обязательно. Лебедь остается лебедем, стрелять в него нельзя, он занесен в Красную книгу. А опознать лебедя можно по сочетанию желтых и черных пятен на клюве. Они создают неповторимый рисунок, присущий только одной особи, как узор на кончиках пальцев у людей. Камнешарка тоже озабочена потомством. Малыши поднялись на ножки и ушли вслед за матерью. А солнышко остался с последним в гнезде. Густой пух хорошо держит малышей на воде. Едва обсохнув после появления на свет, они уже отлично плавают, ныряют и могут быстро бегать.
беда. Малыш не может подняться на зов родителей. Оказалось, что у птенца был порок сердца. Естественный отбор. Родители уводят детей подальше, к большим озерам. Там меньше опасности. Семейство передвигается в строгом порядке. Впереди мать, затем малыши, а замыкающий папа. Пока птенцы подрастают, родители линяют и предпочитают в это время держаться главным образом на воде. К концу августа все лебеди уже поднимаются на крыло. Собираются в стаи и готовятся к отлету. Позади 100-120 дней, проведенных здесь, на суровой, но гостеприимной родной земле. Вот и кончается полярный день. С первыми заморозками лебеди покидают тундру. Перед ними тяжелый и длинный перелет.